что запись пошла. Всем привет, это я, Вилсон. Хочу сделать второй видеоролик на тему Alpine – хорошая компания. В первом видеоролике я рассказывал про то, что можно смотреть кино, как это нам посоветовал Валера. А это продолжение. Итак, начинаем. Свой родной тойотовский я убрал, я про это рассказывал. Первым сделал Валера, поставил 928-ю модель. Потом я поставил 008-ю модель. Алекс выложил видео и рассказал нам про 9-ю модель. Он с ней поигрался, и она ему не понравилась. Ну, хозяин, барин, что можно сказать? И вот после того, как я посмотрел его видеоролик, мне пришла в голову мысль, что надо немножко посмотреть, поискать. И я решил сделать и выложить этот видеоролик. Ну и так, вот сейчас мы смотрим, вы видите, на этом самом, на карте Alpine Tank. Это, ну это лучше с того, что было в программном обеспечении Alpine. Это я. Теперь мы включаем музыку. Аудио, iPod. Вопросительные знаки. Это говорит о том, что кодировка не совпадает. Сейчас мы уменьшим звук. Вот. Мы уменьшили звук. Но iPod играет через USB вход. У меня, конечно, есть еще два USB, но это чисто для зарядки телефонов и всего остального прочего. Сейчас все телефоны в основном-то идут через USB зарядки. А так, ну вот, смотрите, значит, мы что? Хорошо. Мы отключаем iPod. Видите, появилась запись, но USB. Включаем флешку. Флешка прочиталась. Пошло кино. Смотреть всем это ролики из YouTube. Про это нам рассказал первый Валера. Он сказал, что надо флешку отконвертировать FAT32. Потом, значит, на конвертере перегнать видеоролик в другой формат, в нужный, и все будет работать и показывать. Про это я уже рассказывал в своем первом видеоролике. Поднял тему милосердия позитивный манагер и показал. Видите, миру, да? Что крепкие руки — это еще не все. Ведь встречают-то по одежке, а тут... Но теперь это было в первом видеоролике про Alpine — хорошая компания. Можно ехать, смотреть, ну и так далее. Но на расстоянии в несколько светофоров, конечно, включать и смотреть не стоит, это отвлекать. А если ты едешь далеко, почему бы не посмеяться? Я заказал себе харддрайв, и в ближайшее время выложу еще один видеоролик, что кино не с флешки, но они есть на 8, 16, 32, 64, даже 128 гигабайт. Я заказал себе хард на 240 гиг. Ну, сделаю коллекцию видео. Так, ладно, теперь мы переходим к тому, про что я хотел рассказать. Останавливаем. Вот, остановили. Вот смотрите, видите, на нем написана вот эта картинка. Смотреть всем. Теперь мы вот выдергиваем USB флешку. Она поговорит, что но USB. Понятно, да? Флешку мы просто убрали. Так. Теперь мы переключаем. Включаем. И что мы видим? Алекс, это для тебя. Мы видим панель айфона. Хотите посмотреть сообщение? Пожалуйста. Вот от моей дочки сообщение.
Это фотография она мне присылала. Это она была в Лондоне на каникулах, ездила себе, устроила Букингемский дворец, это Биг Бен. Ну, она была там, ну и присылала мне фотографии. Вот моя дочка в Лондоне. Хорошо, убираем смс-ки. Что включить? Включить Google карту? Пожалуйста. Вот это вот синяя точка, потому что на карте Alpine там не точка, там танк. А это Google карта. Google карта на ней. Это самая точка. Можно? Можно уменьшить ее. Видите, да? 40-я дорога, 540-я, ралли, Дуром, аэропорт. Вот все, пожалуйста. В чем проблема? Так, выключаем карту. Что, музыку? Хорошо, сейчас включаем музыку. Так, где у нас музыка? А, вот это Google Map. Так, стоп, попил. А где наша музыка? Сафари, Вайпер. А, вот у нас же музыка. Вот. Кумиры, дискотеки. Просто, видите, почему на русском? Потому что кодировка совпадает, и поэтому на Alpine все читается на русском. Так, ну это у нас музыка, которая у меня записана на телефоне. Останавливаем. И что я еще хочу показать? И смотрим у нас видео. Так, вот видео. Смотрим видео. Так, поехали. Вот. Вот смотрите, видите, в USB ничего нету. Я тоже конвертировал, переконвертировал, загнал видео себе на iPhone, потому что у меня в iPhone 128 гиг. Места больше, чем достаточно. Ну, я это самое. Перегнал себе. Можно смотреть и на телефоне. А можно телефон все это соединить с Alpine. Alpine хорошая компания. Ну, конечно, когда ты едешь по городу, это нежелательно включать. А на большие длительные, или когда ты кого-то ждешь, бывает, включил, чтобы не так скучно было. Согласно штатной инструкции, после выпадения снега дорожно-хозяйственные ребята должны посыпать все вокруг солью. Однако в том-то и вся соль, что уничтожать первый снег совсем не хочется. Хочется резвиться и кататься. А когда снег сошел, а радостная эйфория схлынула, коммунальщики обнаружили, что у них осталось много неиспользованной соли. Честные парни не стали ее экономить в ожидании следующего снегопада. Они засеяли белым... Так, отключаем видео, отключаем, а теперь попробуем Google Earth, Земля, вот, планета Земля, о, интересно, как она, работает, смотрите, работает, о, так, и что ты нам показала, редиска? Вот поезд пошел. Компас. Во. Оба. Ну и где я?
Точка, где редиска? Так. Вот я стою где-то здесь на паркинге. Так что, Алексей, в общем-то, этот видеоролик был сделан-то, ну, как разговор о том, что это не совсем, конечно, CarPlay, но подключить iPhone к Alpine и использовать его как, ну, монитор, в общем-то, можно при желании. Можно смотреть кино, можно использовать программы, поисковики. Да, это не CarPlay, но все-таки что-то. Можно слушать музыку, можно смотреть видео, можно использовать карту, можно использовать программы. Видите, это же карта из айфона. Так, ладно, хорошо. Включаем музыку. И на этом я свой видеоролик заканчиваю. На тему Alpine хорошая компания, видеоролик второй. Я его загружу на YouTube и потом выложу на форуме. Все, ребята.